Что ж, приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Принц Персия Забытые Пески. Мне тут пришлось немножко заново пройти, потому что ушел далековато вперед. Далековато вперед ушел. Потом пришлось заново переигрывать. Итак, мы прошли сейчас только что, здесь топоры были. Вот они, топоры. Там мы закончили, прошли по-быстрому топоры. Да, кстати, когда заново начинаешь, ты можешь начинать с улучшениями прошлыми, которые у тебя были. Есть такая функция. Ладно, давайте. Где у нас ворота? Вот они. Так. Для начала... Что-то не прыгнул. Прыгай. Да не туда. Дебилы кусок. Так. Первая клетушка есть. Хоп. Спустились. Тогда вперед. Крутим, крутим, крутим. Нет, перекрутили. Переборщили. Поднялись. Опа! Вторая клетушка поднята. Давай, давай. Оп. Але, оп. Блин. Давай, выламывай. Господи. Ну вы-то олени вообще. На. Подождите, не спешите. На. Атаки ваши легко сбить, поэтому... На. А, у меня нет очков улучшения, ну ничего страшного. Они у меня еще будут. А, нет, 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 не сюда, не сюда. Вот так. Так. Что у нас тут? Надеюсь, они не будут этого помнить, когда очнутся. Так, вот ее надо сильным ударом разбить. И тогда мы получим... Твою мать, давай поднимайся. А. Забыл, забыл, забыл. Вот так вот. Опа. Давай. Вот так. Давай вперед, вперед, вперед.
Да твою мать, кстати, вот так вот можно проходить их. Да. Брат! Тоже силу впитывают. Когда склеп обрушился, ты в порядке? Да. Мы должны остановить существ, сбежавших из-под печати. Они идут в крепость. Если я закрою ворота, они не успеют заполонить окрестности. Потом нужно будет придумать, как снова их заточить. Я знаю, что делать. У меня вторая половина медальона. Если соединить их, армия вновь будет пленена. Откуда ты знаешь? А, вот оттуда. Не рассказывать, но это должно сработать. Эти существа превращают моих людей в статуи. Кажется, нас защищают эти медальоны. Если ты отдашь мне свою половину, то окажешься в опасности. Складывать печать, так вместе. Встретимся у ворот. Давай. И будь осторожнее. Я включил дворцовую систему защиты. Надо было складывать ее сейчас, печати. Вниз. Хоп. Так. Опа. Второй столб. Давай, давай. Раз, два. Перепрыгнули. Что нас здесь ждет? Механизм. Понятненько. Опаснее самих ловушек. Ну ладно, неси. Прорвемся, Маруся. Так, это у меня начинается геморройно. Да куда ты прыгаешь-то? Вот так. Теперь сюда. Падайте. Так. Еще. Блин. Ну никто же не думал, что так проходить-то надо. Кто так по стенам лазит? Что это за механизм такой? Хоп. Хоп. Да твою-то мать. Вот так. Ну, блин, тут приноравливаться надо к этим. Хоп. И вниз. Блин, вот эту крутить сейчас нам туда-сюда надо будет. По всей башне наверх взлетая. Не думаю,
Давай. Малику. Он научит тебя командовать войском. Скорее научит бегать за ним, сломя голову по всему дворцу. Так, вот сюда мне. Ну не самое, без его солдат. Хоп. В любом случае, это серьезное нарушение этикета. И почему каждый раз в таких ситуациях мной начинают помыкать женщины? Сперва фара. Нифига. Да твою мать-то. Ну так. Блин, раньше что-то нормально проходил. Хоп. Сейчас что-то, блин, запарываюсь. Наверное, из-за того, что... подустал. Хоп. Хей, хоп. Подняли. Раз поднять. Сколько? 3-4 раза надо поднять. И поехали. Сюда. Назад. Блин, блински. Так-то и перепрыгнуть можно, конечно. Да залезь ты обратно. Ой, тороплюсь, тороплюсь, а тут торопиться не надо, в том-то и дело. Тут в этом принце Персии вообще торопиться не следует. А ведь было, было время, когда я играл в этот принц Персии на Дендике. Очень любил эту игру. Да. И рад был, когда вот эта игра вышла. Нет. Вот сюда. Вот так. Блин. 4 камня целых потратил. Хоп. Успел. Давай, а что у нас здесь? На. Надо 2 штуки соединить воедино. Беремся за руку, за рукоять, проворачиваем, бежим. Клеть, она нам потом пригодится в недалеком будущем. Сторонку, сторонку. Раскачивайся. Опа.
И вот она зачем нам нужна была. Чтобы вот сюда обратно перейти. Давай. Поднимайся. Чуть повыше. Вот так. На. Да стойте вы. Туда, за борт вас. Куда? Сюда. А, никак, да? Ладно. Я бы не хотел обмануть эту систему. Не вышло. Ой-ой-ой-ой. Вставай. Так. Назад. Хоп. На. Двор крепости. Вот сейчас еще одни будут. Уродцы. Смотрите, демон какой. Существо, о котором говорила Разия. Диабло 2 вышел мне. Вызови сейчас слоняру. Давай, вот он. Ах ты. Вот эта тварь, кстати, еще та дичь. Чего говорить, непонятно. Ну, видно, старается человек. Она была права. Армия становится сильнее. Так. Вау. Давай. Блин, да что такое-то, я даже... Ну-ка, ну-ка, давайте управление посмотрим. Да все понятно, как тут все устроено. А где такой обзор-то? У ассасинов, по-моему, такой обзор же был. А, стой, 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 стой. Куда ты? Давай. Я пока даже еще не пользуюсь этим. Хотя следовало бы, наверное. Я не понял, подожди, подожди. Чё ты опять начинаешь-то? Хоп. Хоп. Давай, давай, повыше, повыше, повыше. Прыжок. Повыше, повыше, повыше. Прыжок.
Хоп. Такс. Давай, давай, давай. Вот этот монстр, кстати, слава богу, меня не видит. Тут большой-то. О. Вот здесь-то, да, зря ты, конечно, так стоишь, парниша. Да подожди. Вот так. Хотя можно их бить почаще. И все. Атаку сбиваем. Спокойно, что такое? Охренеть. Тук. Поднимайся, поднимайся. Ой, что у нас сейчас здесь будет? Прям жуть. Да не туда, блин. А теперь с другого края повторим. Смотрите внимательно. Ну-ка, та это, нет, не та. Меня все рушит, только успевает. Один монстр разрушит дворец целый. Представляете, какая мощь в нем сокрыта. Давай. Так. Тут видите, вот маленькие подсказки, стены это пошарпаны. Давай. Давай. Еще и ногой могу добавить. И опа. Открыли, прошли. Не понял. Давай, 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 давай. Блин. Так. Давай, 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 давай. Вот. Так. Давай, 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 выбегаем, выбегаем. Выбежали.
Ну вот, кстати, главарь. Да, сложноватый будет парень. Ну подожди, вот сюда прячемся. Подожди. Вон. Из-за поворота не сможет нас. Они, кстати, все такие тупорылые. Да тихо вы. Да. Видите, в стену долбит. Блин, высвободился, черт. Да. Да подожди ты. Да. Нет, стенку мы посмотрим, как я с ним расправился. Да не так, блин, вонючка сейчас. Вот так. А я внизу не собрал. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Залазь, залазь, залазь. Назад. Вот так. Ловушки. Как они мне достали, эти ловушки. Вроде проходил сначала нормально. Потом какая-то хрень началась. Вот такая, типа такой вот. Вот эту я вообще вот так вот вниз можно упасть. Нет, не так вниз упасть. Ну, короче, можно вот так вниз упасть и вот по этому бревнушку вот так вот прохреначиться. Ладно. Жизнь-то поди себе смогу остановить. Вот смотрите, заметьте здесь. Наверное, враги бежали, как только увидели... С правой стороны. Только я не знаю, как ее забрать. Видите статуэтку? Как вот ее забрать? Тихо. Так. На. Да тихо ты. Вот так, наверное, забирается она. Нет.
Да нифига, с контрольной точки лучше начну. Во дворе ста. Так. Да тихо ты. Может, там слезть как-то надо. А там, где зомбики, что-то делать может надо. Ладно. Будет хоть вам над чем подумать в этом плане. Так. О, сейчас геморройно-то как будет. Давай. Вот так. Ну-ка, давай, тяни. Эти механизмы не работают. Бля, сейчас. Вот так. Я вижу. Ну давай. Хоп. Эй, хоп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И вот тут геморройный такой уровень. Ну как уровень, загадка такая. А ты закрой ворота. Минут 20-30 пыжился. Потом все-таки сделал кое-как. Исчерпывающе. Наверное, рычаги сзади тебя блокируют механизм. Разблокируй его, и мост поднимется. Давай. Не прорвались. Скорее, если это работает, нам конец. Нам конец. Конечно, нам конец. Так, смотрите. У нас вот в чем геморрой заключается. Так. Нет, не так, не в эту сторону. Вот так вот. Потому что я сначала пытался... А, не могу, вот из-за этой не могу, да? Минутку, подождите. Что-то не пойму. Так. Ну ладно. Не, там не сюда. Вот сюда. Вот так. Продвигаем.
Понятно. Такс. Крутим. Говорю, такой геморройный. Я-то думал, сначала вообще надо все эти... Почти. Что, думал, все надо в рядок составить. Давай, 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 тяни, 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 тяни. Вот ворота-то и упадут сейчас. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!